Привет, привет. Ну что? Ой. Продолжаем полиснаутсов. Тут, конечно, пришлось прерваться ненадолго из-за проблем с интернетом. Ну, всякое бывает. Так, на чем мы остановились? Я помню, мы были в музее. Там бошку отрезали этому Ишиде. Джонатан Эд ищут Кензо Ходжа, ответственного за... Ой, ответственного, говорю. Ну, короче, этого... Это был Ишида, атакованный москитами. Выбрались из музея. Значит, я на этом и закончил. Так. Окей. Это было ближе, чем бы я хотел. Я должен кому-нибудь позвонить, чтобы они разобрались с москитами, пока не вырвались наружу. Если я правильно понимаю, Ишида был с Ходжа, продавая нарк. Похоже. Давай пройдемся, потому что мы знаем. Ишида точно не был отправлен в больницу. Да. Он довольно много знал о К-серии и начал продавать образцы К-9 через фармацевтику БЦЦХ. Токугава не идет. Если нарк выбрался бы наружу, и всех бы повязали, грубо говоря. Возможно, они хотели избавиться от конкурентов. Так Ишида и Ходжи были против Токугавы и мафии. Ходжа исчез, и Ишида искал помощи. Удивительно, что он вообще так долго продержался. Но если бы у него билеты на землю, он бы, конечно, мог выжить. Мне просто удивительно, что мы не узнали его голос тогда. У него был совсем другой акцент. Марио сказала, что человек, который говорил с ним, был... земляным акцентом, а Ишида был местным. У него не должно быть акцента земли. И это меня, типа, смутило. Может быть, Ишида нас обманул? Очевидно, не все. Что-то не совпадает, не складывается. Представь его на своем месте. Нарушаешь закон. Бла-бла-бла, поэтому он хотел остаться игогнито. Но как мы можем знать, что это точно был Ишида, когда мы встретились первый раз? Да, конечно, обезглавленное — это он, но... Чё? Бёрнет письма сигарет? И что же мы ищем тогда? Мы не знаем, был ли это Ишида внутри. Но это тот же самый костюм. По крайней мере, мы пока можем лишь предположить, что это был внутри Ишида. И теперь дилер убит. Я думаю,
Токугава и мафия сделали это вместе. Скорее всего, даже если мы узнаем, кто там на музей на нас напал, это всего лишь обычный убийца, наемный. Все-таки женский голос. Что? Такое? Кто-то играет механика с нашей машиной. Эй, ты чего делаешь? Заминировал, что ли? Это он. Это парень, который убил Лоррейн. Вперед, Эд. Он уходит. Машина, похоже, в порядке. У этого... Чего? Мотоцикл, бензиновый двигатель? Не знаю, сможем ли мы догнать. Откуда бензиновый-то взялся? О, у нас будет тир. Вроде бы. Привет, рэкери. Это нормально? Что-то я не пойму, а как сделать так, чтобы он по мне не стрелял? Нужно стрелять по нему или по байку? Это какая-то странная лента, если честно. А чё он сквозь машину ездит? Почему он не врезается? Чё за чушь? Что за шутка? Я же попадал по нему. Чё, гражданская зона впереди.
Окей. Мэрил, это Эд. Мы входим в гражданскую зону. Выбирайся оттуда. Мэрил? А, Мэрил. Наша это... Здоровенная ба... О, тюк-тюк-тюк. Все-таки странный очень Кир. Самый такой непонятный. О, попался. Хороший выстрел. Нормальный. Бодануло. Дайзовка, Эдо. Ты в порядке? Чувак, куда он бежал? На ногах. Можешь бежать? Да, я в порядке. Вперед. А это точно может бегать? Я что-то не уверен. Так, железная дорога. Куда он мог уйти? На станцию? Юэн-паблик. Т-т-т. 300 миль в час вокруг колонии. Можно сохраниться. Фестиваль... А, где-то еще. Киллер? Что за колонна? Какая колонна? Это? Я больше никаких колонн не вижу. А, тьфу ты, белая кровь. А я и не видел. Серьезно, не видел. Соберите по кровь этот. Узнаем, кто это был. Да, пипец, блин. Кюро-сан! Оу.
Что же эти картинками? Да не, не надо. Но он, блин, крови, конечно, испустил. Типа, по поезде убегает. Мэрил, Дэйв, вы слышите? Не кричите, шеф, мы слышим вас. Мы уже здесь. Где? Би-блок гражданского района. Мы преследуем этого парня. Он уходит по железной дороге. Мы в центральном порту. Езжайте в Южный сад. Подтверждаем, мы будем там в 5 минут. Рассчитываем на вас. Наконец-то становится интересно, Дэйв. Словно мы опять в Фоксхаунде. Аминь. И у меня есть время закончить этот бургер. Мэрил Фоксхаунд. Это какая-то отсылка к Metal Gear Solid? Let's go. Go, go, go. Так и я о том же. Даже я не фанат Metal Gear Solid, знаю, ты Мэрил. Ну и Foxhound, естественно. Которую вечно приходилось искать. Где же он? А где кровь? Поезд валит. Никого больше нет. Вон он. Да сколько в тебя пуль надо всадить? Терминатор хрен. Почему-то кровь из него перестала бежать. Что вдвойне странно. Полиция, никому не паниковать. Тут, конечно, автосейф есть, но не знаю, на всякий. Офисный сотрудник. Еще один такой. Ну вот же, кровь же, видно же. Короче, пока кровь не ткнешь, он не пойдет. Понятно. Эзазда! Инна, очсите!
Всем быть спокойными. Что-то тут произошло. Яцの血だ。やはりここで途切れてる。ほら、痕跡を採掘した跡がある。 姿の男は見なかったか。 構わないでください。 お願いします。 что-то мне не нравится это. お嬢さん、 協力してくれないか。 さっき この車両に男が逃げ込んできたはずだ。 助けて。 助けて。 エド、 変だぞ。 彼女が助けてって。 どうした。 何を怯えてるんだ。俺たちは警察だ。安心していい。何でもありませんよ。 конечно, специально замечаем. そこの君、バイク姿の男を見なかったか。 知らない。そこの男の子のことじゃないのか。 見てないんだな。 ああ、窓の外を見ていたから。 Мне же интересно потыкаться во всех. 俺たちの前にこの車両に来た男を知らないか。 コートは、トラ。 何だって? コートがどうした? コートは、いや、いいんだ。 Да, что-то какие-то они странные. Типа запуганные, что ли, или что? Ой, Кими. Саки, отоку га хайтекита, даро. Кими то онажи байк сутсу кита. Сиранео. Ора нани мо мичай не. Хонто да ё. А почему они так запуганы? Странно. Да, они все ведут себя странно. Ну-ка, что скажут? バイク姿の男はどっちへ行った? 知らん。何も知らん。 私は関係ない。 何か変だぞ、この男。 Интересно. Плачет, напугана. Дочь-то, наника штырнула. Я вас не текли. И чё, и где он? Что-то не понимать, просто картинки какие-то. News монитор.
Я Рейкер, я не понимаю. この白い血は俺たちはこの血を追ってきたんだ。俺は関係ない。死にたくない。не хочу говорит умирать。ジョナさん、みんな様子がおかしいぞ。奴に脅かされてるのかもしれん。だ、он ему угрожал явно。この車両にいる奴のヘルメットはどこへ行ったんだろう。где ушли он не мог исчезнуть。ты чё тут я не вижу。Я вижу шлем. А, это есть шлем. Я сосуда. Куда? Не стреляйте, это мой сын. Байк, ну только сюда кони хельмету камзе танда. Нани? Поставил этот шлем. Он в моем плаще. Джонасан, я сосуда. Что он за бессмертный такой? Со, я за ниген же най. В целом так таматерзо. Идой, ино еки не цичмазо. Не, ну это уже прям смешно. Эдо, сугу ойкакео. Ёши, Джоро-сан, цуги но шарё е икузо. Странно, что он раньше этого... Крис? А ты тут что делаешь? Джонасан! Судя по роже, это Редвуд. Джонасан, дос! По волосам. Ну да, по волосам я уж потом заметил. Джонасан, мазый, эки не цитал. Да, даже по голосу можно узнать. Крис, дайдем-ка. Аригато. А она-то тут что делает? Джоро-сан, узу. Матте! Хитори не синайте. Онегай. Крис, моу дайдем на дайо. Атаси, куай. Я напугана, не оставляйте меня. Он уходит. Эдо. Мирил тачи не сакимаури сыр йони рендак сыр. Посмотри, Мирил, Дэйв, тут ли? Шо? Мирил, он уходит со станции Южного сада. Подтверждаем, мы поймаем его. Мы в позиции, шеф. Он носит черный костюм байкера, большой парень. Мы поймаем его. Будьте осторожны, этот парень не шутка. Пособница, небось? Было бы логично. Не бросайте меня. Да плюньте вы на нее. Дайте ей поджопник и бегайте. Ясми, хому улетаю, да. Парень просто не останавливается. Видел его глаза? Он не моргал. Это он. Это его глаза. Это Мэрил. Это Эд. Что у вас? Шеф, мы его загнали в угол возле магазина. У него заложник. Дэйв, что случилось? Говорил.
長、デイブが、デイブが。なんてこと。うん、だよし。Надо было носить бронежилет ему. Джонатан, ты хочу. Джонатан, он достал меня. Я налажал. Это словно плохой сон. Полагаю, я должен был таскать бронежилет. Должен был. Куда он ушел? Он затащил заложника внутрь магазина. У него бомба. Джонатан, шеф, это он. Его стрельба, то, как он двигается. Так и скажи, что это Редвуд. Зачем крутить? Да. Редвуд from IP. Спасите Дэйва. Я хотел попасть домой. На землю, имеется в виду. Мерил, ты ли здесь? Я здесь, Дэйв. Есть что-то, что я должен был сказать тебе. Гамбургеры. Не моя любимая вещь в мире, ты знаешь. Нани? Это ты, Мэрил. Уже поздно теперь. Я всегда любил то, как ты пахла. Эх, извращенец. Ты пахла землей. Интересно такой. Комплимент, пахнешь землей. По крайней мере, я умру счастливым. Так. Мазерфакен. А чё они стояли, это слушали, когда должны были ловить? На пол падай, дура. Да пальните ей в руку или в ногу, чтобы она легла. А где он может быть? Способа-то и тыкать-то некуда. Вы здесь работаете? Нет, он меня сюда затащил. Это заложница. Их. Куда он ушел? Чего? Сзади? Вышел назад магазина? Да. Врет. Вы в порядке? Да, думаю. Не ранены? Нет. Меня просто сюда затащили внезапно. Все в порядке, пойдем. Да нет, она... Не похоже, что она окей. А где он тогда? Прям за ней стоит? Нет, он, наверное, вот за вот этой штукой. Почему-то нельзя тыкнуть. И опять никаких следов крови.
все очень странно. Подождите. Что такое? Я? Погоди, я... Подождите, здесь вы будете в порядке. Я думаю, она пытается что-то сказать. Что не так, мэм? Этот человек, он заложил бомбу здесь. Бомбу? Где? Мэм, это что, шутки такие? Он сказал... Сказать вам, куда вы уйдете. Он забрал мой Элис. Элис? Какая сумка? Я была напугана, я не видела. Их тут так много. Он сказал, что нельзя трогать тоже. Что-то в этот момент какой-то мне не нравится. Все до этого момента было как-то более-менее нормально, логично, а сейчас какая-то фигня пошла. Мясо, стрельба, диалоги туповастенькие. И сюжетные ходы простенькие. Пожалуй, она сохранится. Иначе мы взорвемся. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Так. Оксан. А на твоем багу а коре деска? Ваташи, мите наката кара. Живен но багу даро? Вакаранай ва ё. Доре мо живен но ни миэру моно. Бесполезная тётка. Джа, коре ва. Санбен ште ё. Зисин най ва. Сакки мо итта кедо, оростате датта но ё. До себа ии? Ятсуме. この間に逃げるか。そう、とっさにしてはうまいこと考えやがった。И что нам делать? どうする?このままでは。コロニーに穴が開く。Если мы что-нибудь придумаем, мы все умрем. И все в блоке пострадают. Что? Мой дом в этом блоке. Но если ты дура, кто виноват теперь? 爆弾処理班を呼んで、全部のカバンを調べよう。Мы должны вызвать отряд, который этот бомбу разминирует. У нас времени мало. Скажите, ваша сумка настоящая, Элис? Другими словами, не копия? Конечно, моя сумка настоящая. Я купила на основном магазине на последней неделе. У меня даже есть чек. Я думаю, у нас есть путь, как найти. Готов? Что? Какой-то сенсор? Магазин, который известен подделками Элиса. Они все подделки? Эти довольно хорошие. Много туристов из Хома приходят сюда. Но они несчастливы позже. Понятно. Так значит, они все подделка. Как ты их можешь различить? Не я. Я не эксперт. У них есть серийный номер внутри. Мы не можем его посмотреть. Как я сказала, это все еще новое для меня. Я не изучала слишком. Как насчет сотрудников? Они убежали, когда он зашел. И что? И что теперь? Гейм овер? Не, погоди. Реальная Элис только один дизайн, правильно? Да. Один дизайн. То, что все хотят. Каждый год они разрабатывают один. И избавляются от остальных до конца года. Так если у нас одна настоящая...
Что будет отличаться? Хоммоно кабан на коко не аре мана. Э? Доко не ар? Кедо. У Анны есть настоящая. Анна моттета я на. Танжоби на презенту ни омае га катте ятта тока де. О. Варуи га. Анна ни ренак ште. Има сугу коко ни моттэ ште. Могла бы она принести ее сюда. Эдо но учи коно чикаку да. Твой же дом рядом. Со да га. До шта. Хока ни ии канай. А что, есть другие идеи? Кино сусуму най. Анна в школе сейчас. Это же бомба. Да, это правда. Твой дом тоже взорвется, иди беги. Видишь ли... Мы вернемся, как только сможем. Что-то хрень какая-то. Что такое? Мы не можем использовать ее сумку. О чем ты говоришь? Обещай мне не говорить, Аня. Ты видишь ли, я не мог бы никогда позволить себе настоящую. О, нет. Я пришел сюда и купил здесь. Извини, Джонатан. Чертов Эд. Какого черта ты мне этого не сказал? Коп покупает контрафактный мерчендайз, извини. Что будем делать теперь? Все в порядке. Мэрил? Это настоящая Элис. Мэрил? Почему ты, Омайло? Дэйв подарил мне. Сказал, что я не очень женственная. Она мне не подходит, и она была все время в машине. Можете поблагодарить Дэйва. Но хоть где-то пригодился. Пожиратель гамбургеров. Ползет кошка одна. Тютю. Приползла жопка. Мяу. Ты спала, что ли? Сонная, как муха. Завтрашнего дня, говорят, будет под плюс 30 на улице. Но у нас сегодня плюс 20. Можно сказать, жара. Для нас. Конечно, бывает плюс 40, но это редкость, поэтому... Так, Джонатан. Здесь 21 сумка. Это реальная, которую мы заполучили от Мэрил. Мы ищем, которая совпадает. Только гляди внимательно. その通り。 俺の命はジョナサンに預けたぞ。エド、間違っても俺を恨むなよ。恨む？お前が閉じると、お前も俺もあの世行きだ。俺はそれが気がかりだ。あの世くらいお前抜きでゆっくりしたい。じゃあ、お前は地獄へ行けよ。これ。Говорит, все в порядке, если ты взорвешься, ты попадешь в ад, а я в рай. お前も天国へは行けまい。うん。<laughs> Так я только что сохранился. Жили вместе, умрем вместе. Начнем. Не, ну я могу еще раз. Чтобы диалоги не слушать. А, сохраниться не дают, смотри. Ха-ха. Лол. Не дают мне сохраниться.
То есть говорят, все равно вам придется диалоги слушать. Что это они внезапно все стали похожи? Вот это очень похоже. Разве что цвет вроде как чуть-чуть темнее. Но в остальном что-то я даже разницу не вижу. Это я бы не сказал, что цвет такой прям. Давай пока ставим. Thank you.
よかった、まだ生きてる。助かった。助かったか。ようやく半分。あと半分か。Только цвет вроде как отличается, эмблема еще. Ну да. Йокатта. Мада икитеру. Вот это я не уверен. Ну, значок, да, выше, типа, чуть... А, ну, да, типа, что совсем маленькое различие тоже. Меня просто все время смущает, что цвет вроде похожий, но все равно чуть-чуть, типа, разный. Начинаю все время это тупить. А здесь длина вот этих тоже. Чума ручка меня отвлекает, вот это вот жопа рыжая. Это легко. Таскатта. Вот это, мне кажется, максимально близко похожее. Хотя на ремешке он там какая-то фигня лишняя. Таскатта. Ну да. А то мускочта. Тоже только вот заметил уже вот последний. Тоже довольно хорошо сделано. Либо это настоящее. А здесь тогда что не так? Свет? Ну, я понял, понял, да-да. А, нет, здесь концы вон у этого ремня не заостренные. Так. Йокатта. Мада икитеру. Квадратный значок. Таскатта.
Осталось три. О, Маруся. С тебя шерсти, как со слона. Сейчас я ей дверь открою. Очень-очень близко, но он там в углу есть желтая полоска. Таска така. Да. А то остаться у нас. Осталось две. Дочера кана бакдан или. Втац не штоц да. Смотрим еще раз внимательно. Не вижу разницы, блин. Только цвет чуть-чуть смущает. Кроме цвета, ничего не смущает. А здесь тогда? Здесь лямки отличаются. Здесь большая лямка, здесь маленькая. Узелок. Петличка. Справа. Смотри, здесь как бы мелкая, а здесь как бы покрупней ушко. Но кроме этого ничего не вижу. Но рискну. Таска-така. Такая слишком минорная деталь. Учитывая, что ты можешь, по сути, регулировать в большинстве сумок. Итак. Может, мы должны подождать типа отряд по разминированию? Ты же сам сказал, у нас времени нет. Да, это правда, но... Плохие новости. Мэрил? Что ты делаешь? Убирайся отсюда. Никто не придет, ни АПИ, ни бомб-сквант. Никто. О чем ты говоришь? Я думаю, все было подстроено. Я не могу связаться с штабом. Мы же раньше работали в разминировании, помнишь? Это было 30 лет назад. Но у нас нет выбора, шеф. Не будет никакой поддержки. Это все ловушка. Ты же знаешь, что только единственный, кто может устанить. Да, Эд? Ладно, я понял. Понял. Мои глаза ужасные. Я буду следовать твоим инструкциям. Мэрил, иди выведи людей, как только сможешь. Дальше. Обеспечь безопасность. И захвати инструменты из машины для начала.
Вы, ребят, просто нечто, вы знаете это? Эй, не это. Типа, не дразните по нас, Джинкс, ну. Не, типа это. Не перехвали, грубо говоря. Так, мы все, мы готовы. Ты готов? Сначала нужно открыть сумку и взглянуть. Вряд ли там типа, есть какая-то хитринка при открытии. Хорошо, я открываю. Погоди. Там он может быть сенсор вибрации. Мы должны перерезать верх сумки лазерным катером. Понятно. Не возражаю. Так, вперед, заморозь. А, то есть никакой мини-игры не будет? Сумка заморожена. Следующий оптический сенсор. Этот центр реагирует на цвет, на свет. Выключу свет. Так, теперь давай перерезать. Иксо. Сетданшита. Готово. Блин, а я думал, будет мини-игра какая-нибудь. Окей. Синчонина. Не понял. Все-таки будет. Так. А что делать? Не будь просто, как я думал. Это делал профессионал. Может, это совсем плохая идея. Мита котоно ар тайпка. О. Гуня BCP но тай террор-бакдан кайтай кёхо ни нотэйру сайшин гата да. Коно май Redwood го моттэйта моно то онажи тайпу да. Это та же самая бомба, которую Redwood нам показывал. Механическая, химическая, электрическая смесь. Несколько механизмов безопасности. По крайней мере, у нас будет хорошая отговорка, если мы облажаемся. Мы должны играть по правилам. Какой первый шаг? Помолиться? Неплохая идея. А как разминировать? Перерезать два кабеля слева. よし、慎重にやれよ。 Начало нормально. Фью, ты в порядке? Да, все еще здесь. Но это только начало. Оставайся сфокусирован. Меня вот смущает в центре вот этот лабиринт. Потому что... это очень странно.
Outliers. Не понял. Я не тот инструмент сделал. Но мне же сказали взять плеер сам и вот этот центр через лабиринт провести. Кино-сан, もう一度トライするぞ。Давай притворимся, что этого не было. Забавно. Я понять не могу, я не тот инструмент взял? Или не туда ткнул? Наруходу. Блин, у нас какие-то коровы тут орут теперь. То собаки, то коровы. Мне кажется, инструмент не тот взял. А, тут только отвертка. Нет. Значит, надо кнопку зажать. Да. Вот почему. Вот. А я бы нажал и отпустил, а надо было зажать. Так, что теперь? Блин, что там за крова бешеная? Орёт. Yellow, blue, red, green. Yellow, blue, red, green. Чего? Серьезно? Я ж следил. Вот дурацкая фигня. Кино-сан,
もう一度トライするぞ。今度は大丈夫。それじゃ始めようぜ。Почему она зар... А почему она взорвалась? Блин, первое дурацкое место в игре. Ну ладно. Кино-сан, мой сидо трай сюрзо. 今度は大丈夫。それじゃ始めようぜ。Наоборот, когда красное нельзя выкручивать. Надо, чтобы синим был цвет. Все, я теперь понял. Там получается длинный, по-моему, еще раз длинный, потом короткий. И вот пока вот этот длинный синий цвет, надо выкручивать. Потом пропускать красный, потом короткий желательно пропустить. И вот так. Ну все, теперь я, по идее, должен. С этим светом не сразу как-то понял. Thank you.
Да, когда красный. Блин, я не знаю, что написано же было русским языком. Что это? Три раза длинный, потом короткий. Хитро, хитро. Где-то я пикселем залез. Я теперь понимаю, почему Сполон ее дропнул. Видимо, там дальше еще такие загадки будут. Ну, даже не загадки, мини-игры или еще что-то. Может, тир какой-то отвратный. Или еще бомбы. Ладно. Почему кто-то за меня играет? Снэчер хорошая игра, но тир там ППЦ. Может быть. Странно, что за меня кто-то другой играет. Это, видимо, когда много неудачных попыток, тебе помогают. Это не... Да, это Гаррет. Это точно Гаррет? Гад такой. Ух, я этому Гаррету. Уж там деру. Блин, пожалуйста, дай мне играть. Не надо вмешиваться, вот это вот шутки твои, вот эти вот кодимовские. Да. Ты ну. А чё лабиринт изменился? То есть игра стала легкой для дебилов? Ну слушай, это Рафу бы понравилось бы. Такое облегчение. Чё ты делаешь? Чё?
Игра надо мной издевается. Вот я вам что скажу. Я ничего не могу делать. Это не я играю. Алкаши. Это вообще, это какой-то, я не знаю. Я уже к этой игре как-то с опаской отношусь. Наконец-то. Теперь. И что тут надо делать? Куча кабелей. Рентаглер девайс, апер райт. Да. И чё? Вот там лезть. Короче, это надо по экрану вводить кабель, смотреть, куда он идет. Так, вот этот, по-моему, кабель получается мне нужен. Да. Так, теперь он сказал верхний, да? Верхний это, по-моему, первый был, да. Окей, еще один кабель остался. Иллюзия.
по-моему, вот этот. О-о. О, фак. Красный или синий? Красный или синий? Красный, красный. Сработало? Он же нас, помните, отговаривал, что типа психопат никогда красный не выберет. Но он же есть психопат. Да-да-да, типа найти сначала... Надо было сначала найти два кабеля, которые ведут к таймеру, а потом еще два кабеля, которые к детонатору. Потом, получается, вот этот кабель последний, который вот по диагонали ведет с иллюзией. И, соответственно, уже финальный вот этот вот красный. Тело Боди исчезло? Дэйва? Тело исчезло? Чё? Про медики, может, его забрали? Не, они были за мной. Когда прибыли, его уже не было. Чё за... Лажа. Взгляни, кровь. Может ли это быть Годдард Редвуд? Подожди, кровь-то красная. Надо быть осторожным с этим Редвудом. У меня есть такое чувство, что мы теперь сами по себе. Блин, ну с бомбой, конечно, момент. Пока что это был худший акт. Точнее, не акт даже, а сцена, можно сказать. Все эти сравнения сумочек, сама бомба. Чего? Чё сдурел? Говорит, игра не... ошибка. Диск 2? Так у меня один диск, по-моему. Подожди, как два диска? На одном же диске. Или я путаю? Сейчас проверим. Я, наверное, путаюсь с другой игрой. Ну да, тут же ролики всякие, кат-сцены. Еще и этот... Голос, музыка. Ну, это значит, как минимум пол игры мы прошли. В худшем случае. На нескольких дисках ты меня пугаешь. Надеюсь, не больше двух. Ну да, понятное дело. Детали, мультидиск, да. А, ну да, два диска, точно. Иначе перепутал. А я что-то вообще прям вот думал почему-то на одном. То есть, скорее всего, тут 4 акта, типа 2 акта на первом диске, и потом 3-4 на
на втором. Редвуд Байкер. Что произошло с телом Дэйвом? Изоляция и новые мистические... новые загадки вокруг. Новые? Наркотик или лекарство? Короче, драк. Вы глупцы. Да о чем вы думаете? Не следуйте приказам, повредили машину, публичную собственность, стрельба на планете. 18 людей были ранены из-за вас. Телефоны просто заполнены жалобами. Ваши действия типа не оставляют нам выбора. For fuck's sake, Ed. Оставь это AP. Я знаю, что у них совсем другой стиль, но это не наш мир. Позволь следующему поколению справиться. И ты больше не малыш, парь больше, Ed. Ты не можешь больше играть в эти игры всю жизнь. Подумай о том, что случилось. У нас почти... образовалась дыра в колонии. Дэйв получил пару дырок в теле. Джонатан, ты не полиснаут больше. И не офицер здесь на Бьюнити. Ты был полиснаутом, да. Но это было давно. Теперь ты здесь просто гость. Ничего более. Я извиняюсь, что произошло с Лоррейн. Но это совсем другой случай. Я не могу прикрыть тебя. Я был хорошим только потому, что мы старые друзья, но, похоже, совершил ошибку. Я не могу позволить тебе носить твое оружие. Оно останется здесь, пока ты не уедешь. Шеф, когда Джонатан доставал свое оружие, он... Ты не понял это. У тебя хороший дом, хорошая запись. Подожди 3 года. Скоро будет пенсия. Тебе нужно сдерживаться. Оставьте это все, все будет в порядке. Не выкидывай свою карьеру как офицера и наследие полиснаута. Это Токугава все-таки. Я знаю, как Токугава работает, и он втянут в это. Джонатан, пожалуйста. Чего? Тебе нужны доказательства? Вы двое теперь сами по себе. Дэйв был убит, Гейтс. Один из наших. Я знаю, но вы понимаете, почему я так себя веду. Вы даже не можете представить, с каким давлением мне приходится иметь. Ты даже не можешь справиться с собственной организацией. По крайней мере, один из твоих людей — змея в траве. Токугава, но мои собственные люди — это чушь. Почему бы тебе не отдохнуть, Эд? Это приказ. Иди и отведи куда-нибудь детей в хорошее место. Джонатан, забудь обо всем и наслаждайся временем здесь. AP продолжит дело Ходжа. Если что-то найдут, мы тебе дадим знать. Это не запрос. Не просьба. Это приказ. Еще раз налажаешь, Джонатан, и я отправлю тебя на землю. Если вы что-то найдете, тогда мы поговорим. Но не вытаскивайте пушку и не стреляйте. Эд, я требую от тебя отчет на моем столе к завтрашнему дню, мы поговорим позже.
свободная. Вот же странная херня, если честно. Я все еще понять не могу, он все-таки плохой или... или нет. Пока так подводят, что он типа тоже во всем этом замешанный. И все такое. Подожди, Гейтс, у нас есть пару вопросов. Обещаешь, что ты остановишь про свои проблемы? Типа... доставлять проблемы, короче. Клянешься? Клянусь. А раньше ты никогда не мог заключить сделку с Джонатаном. Что ты хочешь знать? Должно быть тело где-то связано с байкером внутри АММ. Отчет упоминает тело Ишиды. Это невозможно. Мы подстрелили парня в костюме на мунном центре. Там были пули, кровь и отпечатки по всему месту. Не упоминают мотоцикл. У меня нет никаких отчетов об этом. Но у меня была стрельба с ним. Должны быть пули в стенах. В ММФ, в этой, в железной дороге, не упоминая поезда самого. Там они были, но с лифтганами невозможно идентифицировать оружие, откуда этот патрон пришел. А что насчет рифлингс? Оружие не оставляет рифлинг марки на пуле. Поэтому эти оружия популярны среди криминальных людей. Что случилось с Дэйвом? Следуя отчету, когда АПИ прибыли на сцену, тела Дэйва нигде не было. Вы уверены, что он мертв был? А что с Ишидой? АП расследует убийство Ишиды. Он был сотрудником Токугава. Мы будем с этим осторожны. Факт, что вы двое были на сцене, не делает вам услуг. Я не понимаю, почему его убийца... чего? Нуждался в таком... ну, типа, так убить его. Надеюсь, вскрытие покажет что-нибудь. Иди поговори с Виктором. Он должен знать что-то. Байкер. Прямо перед тем, как Дэйв умер, он сказал, что Редвуд был байкером. Я видел его глаза сам, я клянусь, это был он. Редвуд... наш... хороший, типа, этот член АП. Я не могу его представить втянутым во что-то подобное. Насчет бомбы в сумке. Только кто-то с высокотренированной мог бы создать что-то подобное. Да, и как так случилось, что Редвуд как раз показывал мне такую же перед этим днем. Ну, типа, ничего странного нет в том, чтобы были похожие бомбы, компоненты во взрывчатке. По-моему, он покрывает. Мне кажется. Фингерпринт, отпечатки пальцев. В музее. 1000 визитеров в день. Полный кошмар. Пытаться добыть точные отпечатки пальцев. Что насчет мотоцикла? Он был украден. Кто-то привез его с земли. Что насчет крови? Кровь парня, которого я подстрелил. Как я говорил, полагается, что эта кровь принадлежала только Ишиде. А что насчет крови на железной дороге? Я ничего не слышал об этом. Похоже, что кровь, которую мы собрали. Какая кровь это была? Кровь байкера, которого мы собрали на сцене. Полагается, что... с того, как он был подстрелен. Полагаю, нам нужно проанализировать это. Но наши руки все заняты. Полагаю, вы можете пойти к Виктору. Мы пойдем. А что насчет москитов?
выяснили их несерийные номера. Москиты, которые были собраны возле Ишиды, изначально были отправлены в Токугава Heavy Industries из больницы и других госпиталей в колонии, потому что у них были проблемы с управлением там и прочим. Однако Токугава настаивала, что никогда их не получала. Похоже, что вся вещь была потерян контроль какой-то, короче. Хотели узнать, кто ответственный был и что. Ну, короче, типа, ни одного доказательства нет. Нормального, типа. Ну, с Дэйвом понятно, Ишида. Что насчет Редвуда? Он на, типа, службе. Я отправился брать новые EMPS-системы чипы из Токугавы. Я прошу его, когда он вернется. Короче, к Виктору надо идти. Так, надеюсь, у нас типа все понятно. Нам нужно настоящее доказательство, прежде чем мы можем тронуть Токугаву. Понятно, шеф. Я свяжусь с вами. Ходят слухи, что Токугава хочет купить новый IP, но я обещаю вам, что я сделаю все, что в моих силах. Чтобы соблюсти что-то там. Привет, Витя. Джонатан, ты вовремя. Давненько не было всяких вещей. Ладно вам, Виктор, мы потеряли Дэйва, правда? Все же, ребята, похоже, вы сделали правильную вещь. Спасибо, Виктор. Типа, не унывайте. Доктор. Как... Что вы будете делать, когда пойдете на пенсию, Виктор? Мне нравится то, что я делаю. Это моя жизнь. Вы думаете, я собираюсь пойти на пенсию? Это работа и мои исследования, это все, что у меня есть. И даже это медленно исчезает, это ужасно. Только если бы я был моложе. Вы знаете, тело Дэйва исчезло. Действительно? Я не слышал об этом. Я не верю, что Дэйв умер. Как-то странно вот этот Дэйв. Виктор, я подстрелил парня несколько раз, и он не падал. Как такое возможно? Подстрелили с чем? Моими пулями. Вы использовали холопоинцы? Нет, бронебойные. Они проходят сквозь тело. Они не как дум-думсы. Что ж, если он тяжелый... Юзер наркотика нарк, это возможно. И он использует искусственную кровь. Тогда вам не нужно беспокоиться о потере крови, если вы используете искусственную. Но если вы постреляете его... Его жизненно важные органы, он должен быть в серьезной беде. У нас есть образец крови, покажите. Виктор, ты один из немногих людей, которым мы можем доверять. Мог бы ты проанализировать эту кровь для нас? Вы имеете в виду от этого парня? Да, тот, кто убил Дэйва. Хорошо, мы сможем ее классифицировать. Классифицировать вы имеете, вы не можете это не указать. Горби скажет нам производителя и версию. И оттуда мы начнем. Единственный, кто использует первое поколение, это либо AP, либо военные.
Если это IP, мы сможем его легко проверить на диализе. Эта кровь была разработана для использования в низкокислородной атмосфере. Нормальный человек не мог бы его использовать. Не без генной терапии. Спасибо. Но это займет немножко времени. Я не выношу IP тоже. Никакого уважения к старикам. И то, что они сделали с капсулами. Окей. Расскажи нам результаты вскрытия Ишиды. На самом деле, больница, патология, департамент проводит его вскрытие. Больница? Но почему? Так было уже несколько лет. Я с этим не согласен, но... Это что-то связано с извлечением и сохранением органов для трансплантации. Результаты всех аутопсий больницы отправляются в IP, и они мне не дают к ним прикоснуться. Это что-то необычное для них, делать аутопсии в делах таких, как это, но они настаивали. Может быть, это связано с Токугавой. Так у нас ничего нет. Но я могу посмотреть ВРЕ на сцене преступления, на месте преступления. Я подстрелил парня в АММ, который атаковал меня. Вы слышали что-нибудь? Нет, в первый раз. Может быть, он был отправлен в больницу, как Ишида? А кто в ответе за тело человека, который... Когда он умирает? Биоинт не имеет медицинского исследовательской системы, как большинство городов на Земле. Они все это делают ради трансплантации органов. Тела обычно отправляются в больницы, как БЦЦШ, для обследования. Если вы будете слишком затягивать с лечением органов, после изучения они испортятся. Угу. Я даже не знаю. Давай так, на всякий случай прощелкаем. Еще разок. Типа уверенно, это Redwood. Ну, вроде... Бывает. Спасибо за твое время, Виктор. Да, вы, ребята, выглядите, словно побывали в аду. Ты в порядке, Марил? Да, я пока позависаю здесь. Не могу сказать, что это легко. Сумочка. Не в настроении разговаривать. Ты узнала, что произошло с Дэйвом? Я проверила информаторов, хакеров, но все идет в тупики. Тоже исход же. Пропал без следа. Интересно, куда они могли забрать тело Дэйва? Ты думаешь, он еще жив? Я не знаю. Но зачем они прячут тело? А что случилось с Ишидой? АП взяли расследование, но ничего нам не говорят. Это даже хуже, чем то, что он сотрудник Токугавы. Да, точно. Почему вам не поговорить с Виктором о результатах вскрытия? На самом деле, Виктор не может... не проводит вскрытие. Он сказал, что тело отправлено в больницу. Но почему они? Кто
кто знает. Что с байкером? Он, похоже, что мотоцикл был привезен контрабандой с земли. Но я не смогла следить. И парень, он исчез. Кто-то его, видимо, прикрывает. Это Редвуд, я знаю. Я тоже так думаю. Должен быть он. Но будет ли возможно достать информацию из БЦП? Это будет сложно. Но не невозможно для кое-кого. Кто бы там ни был, если этот парень может изменить информацию, у нас есть реальные проблемы. А что произошло на месте преступления? API работают с МММ и магазином сумок. Я слышала, ISPA собирается судить полицию за то, что произошло. Упс. Владелец магазина в бегах. АП его закрыла. Значит, у нас почти никаких вариантов. Похоже. Такугава тоже остановил давление на бицепе. Окей. Может, про Редвуда? Типа он ушел на задание. Дэйв и я подстрелили его минимум 6 раз. Чё, I got him 15 times? Знаете, что я не могу избавиться от мысли? Помните, в сумке там был ЕМПС, выглядел который поврежденным? Тот, который тащил других? Я уверен, что это был Редвуд. Погоди. Так он был внутри? Нет, я так не думаю. Там была кровь из колена, помнишь? И она была красная, да. Красная кровь. Да, у Апи она белая. Полагаю, они использовали этот ЕМПС для того, чтобы тело увести. Ну зачем? Этого я не знаю. А можем доказать? Я могу провести анализ теста крови из этого ЕМПС и посмотреть, совпадает ли с Дэйвом. Почему вам опять не пробраться в Токугава Фармацевтикс? Нам нужны доказательства, и мы их можем там забрать, получить. А почему там? Наверное, по наркотикам именно то, что... Еще разок сходим. Нет. Никого нет. Где он? Он ушел по работе. Окей. Гошет. Ничего полезного. Ну что, готов отправиться дальше? Ты имеешь в виду то, о чем Мэрил нам говорила? Да, верно. Нам нужно пойти и выяснить самим. Помнишь ту зону, которая была закрытая? Они должны сегодня уйти раньше с работы на фестиваль. И мы можем проникнуть. Опять? Не беспокойся. Охрана говорила, что они же производят образцы, правильно? Если мы можем их заполучить, Гейтсу придется начать расследование. Но в теории, да. Так, готовы выдвигаться? Ну, в целом готов.
Ой. Даже выбор не даюсь. Хорошо, поехали. Почему бы нам, типа, не поехать длинным путем? Вдруг за нами следят. Ну да, логично. Так, мы на месте. Капсулы должны быть где-нибудь это здесь. Все, что нам нужно, всего лишь хотя бы один набор. Если мы ничего не найдем, как я сказал, они здесь будут. Где-то. Логично, блин. Место выглядит пустым. Тяжело поверить, что кто-то может просто сюда зайти. Откуда начнем? Я ставлю свои деньги, что эта комната позади нас. Ну, короче, та, которая сзади. Последняя. Так, магнитик, лок систем. Бла-бла-бла. Более продвинутая, чем DDS Room. А как мы ее откроем? ID? О! Внезапно. Я сам удивился. Так. Дай-ка потише. Что слишком легко, не думаешь ли ты так? Да, слишком легко, тоже подозрительно. Если верить охране, по идее, сюда без разрешения входить вообще никому нельзя. Слушай, расслабься, Эд, научись расслабляться. Давай вперед. Не знаю, я тоже что-то думаю, подозрительно легко. Взгляни-ка. Это Black Poppy. Та самая фигня для наркоты. А вот и игра и закончена, Садоуки. Нам нужно собрать доказательств как можно больше. Каким образом? Да-да-да, основной ингредиент. Слушай, взгляни на листья, точно такой же, и половинку нам дала Лоррейн как раз. Да, слушай, это модифицированная какая-то версия. Типа не похожа на дикую. Так, и чё? Давай возьмем одну. Погоди. Они связаны с сенсорами лазерными. Дотронься, и охрана сработает. То есть можно смотреть, но не трогать. Здесь нету удобрений, не так ли? Они культивируют их гидропоникали, ну, то есть в воде выращивают. То есть просто выращивают их из нутриента solution. Им даже не нужна земля. Что больше Токугава ведет полям, которые гидропоникой занимаются. Это место автоматизировано. Все контролируется системой House Humidity, температура, солнечный свет. Короче, все тупо автономно. Короче, сделали все, чтобы минимизировать человеческие ошибки. Они даже повысили карбон-диоксид в воздухе, чтобы увеличить скорость взращивания. Ты можешь собирать по несколько урожаев в год. Кто бы мог подумать, что черные поппи будут расти в таком количестве.
какая-то смешная дверь, автоматическая дверь встроенная. Бла-бла-бла. Дверь открывается, чтобы температурой влиять. Они не используют ксеноновый свет, оптический файбер, чтобы сюда доставлять солнечный. Какое-то солнце, даже которое... Короче, какое-то зеркало, которое даже ночью доставляет солнечный свет. Еще больше полей. Серьезно. Да, никаких ошибок нет. Листок, который я получил Трейн, прибыл отсюда. Ходжи, наверное, его пронес. Только подумайте, они все это растят здесь, на Бьонде. Сумасшествие. Культивация Поппи — это само по себе большое дело. Давай проверим, что там сзади. Полагаю, нас еще больше сюрпризов ждет. Maybe. В таком месте, как это, важно... Чего? Чтобы быть осторожным, да, я буду готов ко всему. Насчет оружия, говорит, а если, типа, перестрелка начнется? Он говорит, если что, я украду у тебя. Типа... О, да, у Эда-то пистолет не отняли. Так, зацени-ка. Ага, вот где все это происходит, смотри. Ты видишь, как Поппи-поцы переделываются в нарк? Все автоматизировано. Это завершенная капсула нарка. Внутри пустая. Невероятно. Это, видимо, то, откуда мы добыли для Лорена. Конвейер, должно быть, их сортирует и, типа, расфасовывает. Они размещают разделенный нарк в желатин и превращают их в капсулы. И в конечном результате получается капсула нарк. Правильно. И финальный шаг... Это идентифицировать их знаком различные капсулы. Прежде чем они делают, она приходит сюда, химический разделитель, который разделяет нарк на две части. Все, что было на диске Ходжа, было правдой. Разделение капсул не дает наркотической реакции само по себе. В этом и трюк. Так. Чё, героин, созданный из морфина, комбинированный с галлюциногеном. Какая-то странная комбинация. Комбинация натурального наркотика с синтетическим и галлюциногеном. Получается, у него, типа, привязанность как к морфину, но при этом и галлюциноген. Это уникально и в то же время самый страшный момент. Здесь они извлекают
сапы из подов. Ну, эти вещества, получается. Бла-бла-бла. Все такое. И это их не маленький грязный секрет, да? От выращивания попис до изготовления капсул. Мы типа очень близко к разгадке. И что нам теперь делать? Попробуем их остановить. У меня есть лучшая идея. Почему бы не навестить это место с АП? Я думаю, шеф... Типа он мне разрешит. Давай возьмем пару капсул. Для чего? Сувенир для Гейтса. Вперед. Ты смотришь на них прямо, Гейтс. Капсула Нарка, К-9. Мы наконец-то прижали Токугаву. Как вы проникли внутрь? Постучались в главную дверь. Что вы сделали это без всяких этих улик? Как я и сказал, шеф, они выращивают блэк-пописы и создают нарки. Это массивная операция. Давай, Гейтс. Ты же не будешь сидеть. Вы уверены в этом? Абсолютно. Посмотри своими глазами. Хорошо. Похоже, это... Типа давно, ну, шло к этому. Хорошая работа, ребята. Ты идешь? Мы, конечно же, пойдем. Но ты не можешь забрать свое оружие назад, Джонатан. А, ты можешь забрать. Считай это исключением. Так все-таки Гейтс нормальный все-таки? Так, всем юнитам ЕМПС, всем IP, собраться. Мы типа рейдим Токугава Фармацевтикс. Годдард. Манклуха. Выдвигайся, Редвуд. Нет еще. Это лучшая часть. Что ж, вот он. Готов. Ну что, игра так просто заканчиваться будет? Что-то как-то странно. Так, вот мы на месте. Вот где все это происходит. Видите, ребята? Что-то у меня какое-то нехорошее предчувствие. Всем вперед, занять свои места. ЕМПС А-юнит, Б-юнит, бла-бла-бла, проходите внутрь, готовы, вперед. Эй, что это все значит? Мы сюда пришли за туром. Я Гейтс Бейкер, шеф BCP. Мы здесь, чтобы исследовать. На каком основании? Подозревание в выращивании Black Poppy. Это что, шутка? У нас есть, типа, этот... Ордер на арест, на проверку.
Ты знал, что Нарк собирается сзади там, не так ли? Да. Мы знаем, что все происходит здесь. Не пытайся нас обмануть. Вы что, ребят, сумасшедшие? А что насчет фабрики позади этого? Это фабрика для производства лекарств. Ты имеешь в виду для производства нарко? О чем ты говоришь? Ты не можешь бросаться такими обвинениями. Открыть эту дверь немедленно я не могу. По крайней мере, не я. Так, я не знаю, взорвите эту дверь. Где Токугава? Ты боишься Садоки, я обещаю, что мы можем тебя защитить. Защитить меня? Вы кто такие ребята, вы никто. Мы не знаем, о чем ты говоришь. Скажи нам правду, что за той дверью? Да ладно тебе, давай выкладывай все, мы видели все сами. Это типа возмутительно. Это он никуда не ведет. Мы сами ее откроем. Годдард, Айю нет. Создайте дорогу нам. Поняли. Погодите. Кто здесь? Президент Токугава? А, тот самый, кого мы хотели видеть. Вы двое опять. Что вы тут вообще делаете? Я хочу, чтобы это место освободили, Гейтс. Прибереги, типа, свои извинения на позже. Я так не думаю, Токугава. Не возражаешь, если мы взглянем? Что? Я удивлен, что шеф полиции купился на сказочки этих панков. Это твой последний шанс. Что будешь делать? Ты... имеешь в виду, что это твой последний шанс? Я уже устал от твоих поведения. Ты забываешь все, что ты сделал, Гейтс, для тебя. Так. Вот типа ордер на обыск. Теперь давай посмотрим на эту фабрику нарко. Открыть эту дверь. Нарко? Ты сказал нарк? Я не знаю, о чем ты говоришь. Это не сработает, ты, засранец. Ха-ха, правда? Хорошо, откройте дверь для джентльменов сайта. Но, сэр, а что насчет, ну вы знаете, меня не волнует. Покажите моим бенцилам, что там. Вы уверены, сэр? Конечно, я не возражаю. Хорошо. Я открываю. Пожалуйста, типа, проходите. Вот она, Гейтс. Взгляни на все эти попи. Попис? Вы думаете, это пописы? Ты тратишь наше время. Успокойся, Джонатан. Посмотрим, что здесь. Ты знаешь, что это, Джонатан? Что делать, Джонатан? Погодите-ка секунду. Это не пописы. Их поменяли. Они выглядят как пописы для вас, Гейтс? Что происходит, Джонатан? Это наши искусственные листья, которые мы разработали, чтобы помогать при глобальном потреблении. Она впитывает в 3 раза больше типа углекислого газа. Мы хранили в секрете, чтобы экотеррористы... Это чушь. Мы здесь были 4 часа назад. Оно должно быть где-то здесь.
полегче. Почему бы еще не взглянуть? Еще ничего не закончено. Хорошо, продолжим. Потолок не выглядит другим. Та же самая комната. Так, надо найти отличие. Если они подменили, они, возможно, сменили с чем-то из этим одной из другой комнат. Нет. Это все неверно. Куда попи сделись? Они где-то здесь. Они исчезли, все исчезли. Шеф. Они здесь были точно ранее. Итак, что вы думаете о наших последних зеленых исследованиях? Впечатляет. Вы все спрятали. Спрятали что? Это все, что мы здесь выращиваем. Почему бы тебе не проверить комнату позади? Да. Пойди увидишь сам, Гейтс. Нарк-факторе прямо за этой комнатой. Вы уверены об этом? Да. Они могли подменить подпись, но не могли прикрыть все оборудование. Вперед. Ну да, все то же самое. Смотрите, шеф. Это продукция нарка. И где здесь нарк? Покажите мне, я ничего не вижу. Не обращайте внимания, покажите мне все здесь. Вот, шеф. Вы можете видеть, что готовится здесь. Вы сумасшедшие? Мы делаем ДДС капсулу здесь. Хватит врать. Тогда где он? Давайте, покажите мне. Нарк должен быть здесь, Гейтс. Меня не волнует. Ищите, где вы хотите. Вы тратите мое время. Почему вы так уверены? Потому что здесь нет никакого нарка. Ты лжешь. Здесь его производят. Что происходит? Где нарк? Что? Все поцы пропали? Здесь же были целые горы. И где нарк, Джонатан? А? Эд? И капсула со значком нормально. Смотрите, этот капсула нарка. Это чушь. Это К9, наши капсулы, которые позволяют... Бла-бла-бла, обычные, короче. Мы знаем трюк позади. Трюк? Джонатан, взгляни. Это не те же самые капсулы. Взгляните на коды. Их подменили. Ах ты сволочь. Гейтс, если мы не найдем ничего, у нас будут серьезные проблемы. И что, мы с этим закончили? Или вы продолжите свое расследование? Ты уверены, что это то самое место? Да. Мы клянемся. Я думаю, это все, Гейтс. А теперь, что вы будете делать с такими обвинениями? Не так быстро, Токугава. Мы еще не закончили. Я хочу это место проверить от самого верха до самого низа. Каждый дюйм. Понятно. Всем разделиться и обыскать. ЕМПС юниты используют сенсоры. Эй, следите за тем, что вы делаете, хорошо? Шеф, вы должны взглянуть. Что такое? Идите за мной.
Джекпот. Вперед. What the fuck? Это тело человека. Ходжо? Что здесь происходит? Жертва Кензо Ходжо, сотрудник. Обыщите, короче, все следы, все улики. Что за чертовщина происходит? Командир. Его точно здесь убили. Температура тела 34,3. Учитывая температуру комнаты, смерть наступила более чем 4 часа назад. Редвуд. Камера охраны вас поймала. Идите взгляните. Я покажу вам. Да. Короче, ваши отпечатки пальцев совпадают и ДНК. А также несколько волос, найденных на Ходжо, проанализированное. Убийство оружия. Похоже на recoil gun. У нас их тут нет. Есть гильзы. Нам нужно проверить следы пуль, чтобы они совпадали. Да, камеры вас поймали, и время смерти совпадает. Хорошо. Сайто тоже говорит, что он... Говорит, что будет свидетелем. Идеально. То, что я хотел увидеть. Что с этим всем, Гейтс, а? Хорошая работа, все. Дело закрыто. Шеф, что это все значит? Джонатан Инграм. Вы под арестом за убийство Кензо Ходжо, Лоррейн Ходжо и Джун Ишида. Арест? Меня? Нам нужно поговорить с тобой тоже, Эд. Мы должны принять меры по поводу тебя. Ты ублюдок, ты нас подставил. Ну, короче, он оказался плохиш. Джонатан, нет. Ты ранее, типа, встречался с Ходжо. Ты завидел его, того, что он вышел замуж за твою жену. Поэтому ты отдал мне мое оружие. Похоже, что ты ее убил. То есть он отобрал у него оружие, убил Ходжо и отдал ему сейчас это оружие. Но он же может привести свидетелей, что у него оружие забирал. Ну, хотя он шеф полиции. У нас есть доказательства. Мы связались с полицией ОЛА. Они сказали, что обнаружили такие же detonation девайс в вашем офисе. Что? И мотоцикл, который был использован в Rampage. Это вы его сюда привезли. На полете ASL-797. А это привез Redwood. Затем вы отправились за Ишидой. Когда он узнал правду. Так вы работали вместе? Джонатан. Никто не использует оружие такое, как этот на Бьюэнте. Никто с нарезкой. Как ты заметил? У всех лифтганы. Ты не понял? Ходжо был убит с этого оружия. Шеф, типа пули совпадают с пистолетом Инграма. Дай мне причину, и мы ответим соответствующе.
заковать их. Есть право молчать. Все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя в суде. У тебя есть право на защиту. Если не можешь позволить защиту, она будет предоставлена тебе, если желаешь. А я думал, ты немножко умней. Шеф, они носят ID-карту Ходжа и CD-ROM. Связать их. И у него есть также 2D-фото Ходжа. Он был абсолютно, типа, одержим. Гейтс Садоки. Вы не уйдете с этим. Мне это понравилось, Джонатан. На моей работе развлечения редкие. Да, согласен. И после всех тех советов, которых я пытался тебе дать, ты... Ты идиот, Джонатан. Избавиться от них. Ну, увести. Не осложняй все. Джонатан. Использовать парализатор. Уясми, Джонатан. Доброй ночи, Джонатан. Я на какую-то минуту подумал, что это плохая концовка, если честно. Джонатан? Джонатан? Кто? Джонатан. Чего? Джонатан. Вы очнулись? Карен. Карен? Кукуа. А где я? В моем доме. Как себя чувствуете? Вы вырубились на 12 часов. А что произошло? Какое время? Мои часы пропали? Ваши часы? Я их сняла. Скват, куфс повредили их. Сломались. А как я попал сюда? Я вспомнил, Гейтс и Садоки же арестовали меня. Да, BCB отправляет вас на землю. И что произошло? Это ребята в BBC вытащили вас. Что вы сделали? Я тоже что-то не врубился. Чего? Телевизиончики напали на полицию? С Эдом? What the fuck? По-моему, это был самый слабый ход во всей игре. Вы здесь почти известны. Телевизор говорит только о вас. 30 лет зависти, говорится. Полиция ищет вас везде. А зачем, ребят, вы помогаете мне? Никто не счастлив с тем, что Токугава делает здесь. Это было годами. Похоже, вы наш единственный шанс наконец-то изменить.
Пару ребят, конечно, попали в больницу, но с ними будет в порядке. Надеюсь, они не будут на вас злиться. Да. У нас есть вы на нашей стороне. Упс, Одесси. Вы в порядке? Полегче. Часики. Ваши часы, взгляните. Они мертвы. Что ж, все-таки им 80 лет. Вред просто нет. Могут ли они быть починены? Наверное, нелегко. Могу попросить кого-нибудь из наших техников. Может, кто-нибудь сможет? Нет, я закончен жить прошлым. Теперь я буду жить настоящим, типа отпущу Лоррейн. Понятно. Тебе действительно нравится этот костюм? Ты его все время носишь. Мне нравится этот цвет. У меня есть несколько таких. Это не то, чтобы я ношу один и тот же. Карен? Что такое? Что с работой? Энди, наш новостной директор, он позаботится. Он сказал, что мы, типа, залегли на дне пока что. Я буду заприглядывать за вами, пока мой злой близнец говорит миру, что вы псих. Он твой друг? Давным-давно, может быть. Мы не видели давно. Как твоя болезнь? Не очень хорошо. Они подавляют болезнь наркотиками, ну, лекарством. Я пока не умру, но... Пока я не узнаю правду, буду типа держаться. Ты чувствуешь боль? Нет, но я напугана. Я бы не хотел умирать в одиночестве. Мы единственная станция, которая все еще говорит о Beyond наркотических проблемах. Такугава контролирует всю медиа. Большинство, но не всех. И не нас. Мы не можем игнорировать пресс-конференции, как такие крупные, как в BCP происходят. Карен, я и твоя мама не расстались, потому что мы перестали любить друг друга. Я просто хотел, чтобы ты знала это. Да, я слушаю. Твоя мама всегда была против меня, моей работы. Эта работа, часы, все время в одиночестве беспокоилась обо мне. И когда я приходил домой, она даже, типа, ну, психовала. Все такое. Понятия не имела. Я поступил в Полиснаутсы, чтобы спасти нашу семью. Я никогда не думал, что меня выберут. Мы провели фантастический год в Хьюстоне, пока я тренировался. Это похоже словно великолепный сон. Но тогда пришел Марс. Она ждала меня. Но когда я вернулся, было очевидно. Почему вы приняли миссию на Марсе? Полагаю, часть меня хотела побывать. И она стала слишком привязанной ко мне. Это была ужасная вещь. Вы сделали. Когда я узнал, что я поеду в Beyond, я не забуду, как она мне сказала «прощай». Я думаю, понимаю, почему она сказала это. Карен, по поводу Ходжи, я имею в виду твоего отца, извини. Я была готова к худшему, но это просто ужасно, что случилось с ним, полагаю. Я действительно одинока теперь. Никто из них не вернется теперь. Сказать по правде, как мой отец был во все это втянут. Твой отец был заставлен производить ДДС-продукцию, чтобы скрыть нелегальные наркотики. Понятно.
Я полагаю, это было что-то в таком духе. Очередная жертва Токугавы. Он, возможно, начал продавать нарк с Ишидой для того, чтобы насобирать деньги на трансплантацию. И когда отец... Но он все время он молчал, как Ишида. Твоя мама, твой отец, Ишида, все они были убиты, чтобы скрыть правду секрета нарк. Токугава и Гейтс работали вместе. Черт знает сколько давно. Мой инцидент с ЕМПС произошел, когда мы расстались. Мы не видели друг друга, пока она не пришла в офис в тот день. Время, которое мы провели вместе, не всегда было хорошим. Они еще не нашли донора, нет. Они говорят, может быть, никого не быть на биоинте для меня. А раз ее отец умер, вот этот Ходжа, а тело мы его нашли, может быть, от него пересадят? Хотя, если он давно умер, может, уже не... Не знаю вообще. Действительно, злой близнец. Конничива. Ньюс ордер на джикан десу. Крикашимасу. Повторяем нашу топовую историю. Утром BBS News столкнулся с полицейским Ваном, серийный киллер Джонатан Ингрен, подозреваемый, который отправлялся, типа должен был отправлен на землю, сбежал и находится в бегах. Несколько офицеров и BBS, сотрудников пострадали, все дороги, порт закрыты. Более того, офицер Эд Браун, человек, который вмешан в это дело, также в поиске. Докладывают, что они находятся в индустриальном дистрикте. Там все проверяется полицией. Инграм вооружен. Полиция просит быть осторожными. Скорпион. Да. Помните, что Инграм работал полиснаутсом и помогал заложить BCP. Последние действия шокировали его коллег. Ранее шеф Гейтс поделился персональными чувствами в пресс-конференции. Я знал Джонатана с того момента, когда мы были полиснаутцами. Вся вот эта история просто трагедия. Я никогда не представлял, что он способен на такое. Я бы хотел что-нибудь сделать ради него. Я чувствую, что моя обязанность как товарища, возможно, этот человек серьезный юзер наркотиков нарк. Он, возможно, не контролирует себя. Шеф Бекер, BCP пресс-конференции. Это Карен Ходжа из BBC. Чем-то она немножко Эйприл напоминает. Почти. Костюм, прическа. Черт, тебя подери.
Лживый Гейтс. Это CG тоже? Да. Это идеальное алиби для меня в том числе. Это я, но не я. Не думаю, что кто-то заметит. История полная чушь. Я потеряю все мои волосы, если мне пересадят. Можешь это представить? Я буду лысый. Это будет тяжело. Карен, по правде, что? Да, не важно. Я извиняюсь за то, что сделал твоей семье, Карен. Теперь я тебя втянул во все это. Да нет, Джонатан. Когда я встретила тебя, я поняла, что у меня были неправильные идеи по поводу тебя и мамы. Это словно я смотрю на твои часы и... Может, часть из нас в действительности прошел сквозь время и космос. Теперь я знаю, как мама чувствовала. Взгляни на меня. Я типа влюбилась в того же человека, похожего. Но это правда. Но Карен, я вот... Твоей матери. Да ладно, хватит о матери. Взгляни на меня, Джонатан. Я, конечно, не она. Я люблю тебя, Джонатан. Опа-на. Что-то как-то маленько кринжово. У меня бы тоже шир на лоб полезный. Вот этого поворота я вообще не ожидал. То есть, много чего я ожидал от всех. Но то, что Карен влюбится в Джонатана... Испытывать симпатию будет, ладно, но влюбиться... Можно сказать, почти в своего отца. Ну, короче... Я люблю тебя тоже, Карен. Погоди, там телефон. Не, ну это да, это прям... Такое, конечно. Эд, да, он здесь. Я его позову. Джонатан, это Эд. Эй, что случилось? Эй, чувак. Ты не мог позвонить в более хорошее время. А что-то случилось? Да немножко неловкий момент. И чё, как быть известным опять? Напоминать старые времена. Рад слышать, что не так все плохо. Так, публичный терминал поблизости станции... Используют линию для BBC. Короче, он этот как-то там исхитрился, что их не будут подслушивать. Так, они за мной тоже следят. За Мэрил, в том числе. Так, давай быстрее, как только возможно, закончим. Так, это не видеофон, не могу видеть. Ты все еще здесь, что такое? Похоже, что Ходжи скармливал нарк Ишиди, чтобы он продавал БЦЦХ, как мы и думали. Невероятно большое количество депозитов было сделано на банковский аккаунт. Возможно, местные покупатели из листа Токугавы. Токугава хотел избавиться
чтобы мы узнали об этом. Не узнали. Полагаю, Ходжи пытался использовать CD, чтобы шантажировать Токугаву. Почему Ходжи начал делать подобное? Похоже, он хотел заработать денег на трансплантацию Каран. Ну, видимо, подпольную, скорее всего. Так. Также есть, типа, типа очередь. Он, должно быть, подкупал людей, чтобы это ускорить. Что насчет Ишидов мотивы? Ну, его мотивы ясные — деньги и злость против Токугавы. Он не очень был впечатлен тем, как его это, ну, угроза, шантаж прошел. Как бы там ни было, они оба хотели денег. И это была идеальная возможность для них обоих заработать. А что случилось с этими пописами и капсулами на фабрике? Мы взломали записи Токугавы. Когда мы ушли, конвой из 20 грузовиков был отправлен в Токугава фармацевтиков. Они просто перевезли куда-то в другое место. Они очень быстро почистили все улики. Капсулы были проданы пользователям прямо через аптеку БЦЦ. 70% пациентов, которые покупали их в аптеке за несколько последних месяцев, известные наркоманы. Как много АП Токугава контролирует. Гейтс и Токугава делают этого с самого начала. Они контролируют виртуально все в АПИ, не упоминая Редвуда. У меня есть результаты кровяного теста, теста. И что насчет этой белой крови? Виктор оставил результаты, и как мы думали, это та же самая кровь, которая использует АПИ. У них в данный момент три типа. Погоди, он написал мне. Первое поколение искусственной крови создано с перфилокарбон... Что-то там разработкой. Второе поколение искусственным гемоглобином, модифицированным. И последнее, третье поколение искусственной крови, 100% синтетическая кровь, разработанная в этом веке. Единственная с красными клетками только первое поколение. Оно, наверное, уже закрыто для использования в обществе, в открытом. Единственное, кто их использует, это военные и IP. Поскольку у них есть быстрый доступ, ну, к неопределенным инструментам. К несчастью, этот тип не разделяет субтипы, бла-бла-бла, чтобы не было отражения. Мы не можем сказать 100%, что это Redwood, но мы знаем, что у него такая же кровь. Как Redwood не был ранен после всего, что с ним произошло? Он был. Его госпитализировали под ненастоящим именем. История за ним, что он забирал новые чипы EMPS, была чушью. Есть идея, что произошло с Дэйвом. Мэрил ищет. Как она сказала, она нашла кровь Дэйва вокруг Редвуда. Они перевезли тело Дэйва в его EMPS. Как насчет твоей безопасности? Ты думаешь, я в безопасности сейчас? Если они поймают, что будет? Возможно, вещи идут слишком хорошо. Они, возможно, планируют избавиться от тебя каким-нибудь другим путем, чтобы не было никаких подозрений на них. Кстати, я отдал твое оружие Каран. Мою берету? Они ее не конфисковали? Я забрал у шефа. Он сказал, что это было в порядке. Гейтс действительно так сказал? Не. Я просто пришел и забрал. Он даже не знает об этом. Понятно.
Если все это ведет в ловушку, почему они такие непрямолинейные? Ты же землянин. Это значит, что путь будет вести к земле. Ты не биоиндец, и поэтому они не могут попытаться это сделать здесь. Они также могут использовать детектор лжи, чтобы проанализировать человека на земле. И они боятся, что ты все раскроешь. Они хотят тебя уничтожить до того, как ты вернешься на землю. И это значит, что они это будут делать напрямую, полагаю. Есть какие-то светлые идеи? Вещи не выглядят хорошо. У них есть физические доказательства и свидетели. Они все это связали, чтобы убедить всех в нашей виновности. Ну, в твоей. Они даже подделали футаж Абауда Ходжа. То есть они все давно запланировали и правильно исполнили. И что теперь? Тело Ходжа. Тела не врут, Джонатан. Неважно, как ты пытаешься прикрыть. А что с ним? И аутопсии. Так же, как и Сышида, и БЦБ не делал аутопсии. Его отправили в больницу. Популярное место — это БТЦШ. Виктор сказал что-то по поводу тела Ходжа. Беспокоило его. Что-то беспокоило? Есть факт, что он умер до тех 4 часов. Типа все не сходится. Что значит? Как и Ишида, нет чего-то там, которое вело бы к убийству. Не похоже, что пули убили его. Виктор сказал что-то другое. И еще кое-что против времени смерти. Обычно после 4 часов трупное окоченение начинается. Но Виктор видел некоторые тесты результатов, и он говорит, полагается, что Ходжи был уже мертв, когда он был застрелен. Уже мертв? Да. Его мозг был мертв. То есть он был овощем. Да, они просто привели его и притащили туда. В состоянии овоща и застрелили. А где Вектор, кстати говоря? Он сказал, что отправляется в БТЦ, чтобы исследовать тело Ходжа, но до сих пор не вернулся. Ни слова. Он, наверное, в беде. Черт, этот Виктор. Все указывает на БТЦ. Аж Ходжа должен быть в морге. И я беспокоюсь о Викторе тоже. Ну, ты знаешь, как все это работает. Нам надо бы проверить больничку. Понял. Спасибо. Я пойду, пока АП не засекли меня. То есть развязка будет в больнице? Вот. Так, Карен. Я бы хотела узнать всю правду о моем отце. Я не знаю, как много мне осталось, но я бы не хотел тратить время, которое у меня есть. Карен, я бы хотела быть с тобой ради мамы. Плюс, я знаю... Чего? Что такое? А что насчет тебя? Я думал, тебе не очень хорошо. Да ладно. Мы ж поедем в больницу. Что скажешь? Так. Ладно, не могу спорить с тобой. Так, вы босс, детектив. Что я хотел сказать?
Более-менее по всем персонажам в этой игре уже понятно, как бы карты раскрыты, да? Ну, большинство. Единственный, кого я не смог разгадать, и, наверное, не разгадаю, это вот эта вот экс-модель владелица больницы, ну, вот эта вот бабёнка-то, это Крис. Она плохая или нет? Вот я вообще понятия не имею. Акт 4. Орган. Судя по всему, последний акт. И это. И вот насчет Крис я не знаю. Плохая она, неплохая, насколько она замешана. Вообще не понимаю. Вот по этим было сразу понятно, что там кто плохиш, кто неплохиш, или там сомнения какие-то были. По этой вообще непонятно. Так, вот мы на месте. Я никого не вижу. Напуган, что ли? Немножко. Слабак. Не, мне просто не нравится больница. Ты не поверишь, что было, когда я поступал в больницу, ну, в Полиснаутс. Ты должен быть, типа, специальным, чтобы пойти в космос в те времена. Я не могу умереть. Бла-бла-бла, что-то там. Ладно, извини, вперед. А, он спросил, типа, а что насчет тебя по поводу страха с больницей? Она говорит, ну, типа, это страх перед больницей меньше, чем страх перед смертью. Так, похоже, свет вырублен. Двери закрыты. Так, emergency room. Бам-бам-бам-бам-бам. Черный ход. А черный ход где? Давай, Карен, веди нас. Без проблем. Место выглядит пустым. Неудивительно, это в такое время. А где Морг? Я помню, слышала, что он в подвале. А, Морг здесь. Следуй за мной. Смотри за тем, куда наступаешь. Здесь темно. Я ничего не вижу. Держись за меня. Будем в порядке. Они как будто ролями поменялись. Мы внутри морга. А где свет? Тут должен быть где-то включатель. Понял. Я должен нащупать. Серьезно? Я, кажется, нашел панель. Сенсорная панель? Теперь мы можем немножко видеть. Итак, кто из этих один, может быть? Осторожней, ты же не знаешь, для чего они. Блин, не знаю. Почему бы не начать с этого? Что за звук? Может, кондиционер? Да, возможно. Становится холодно. Я выключу. Да ладно, Джонатан, сфокусируйся. Теперь этот. Сигнализация. Напугало. Все ли в порядке будет?
Да, это, возможно, происходит часто. Узнаем. Вскоре. Так, попробуем следующий. Тише, Карен. А что ты ожидал увидеть? Я не могу выдержать. А хрен знает просто. Смотри-ка, это, по-моему, подделка. Да, это не настоящий. Это же вещь для тех, которые в фильмах используют. Кукла. Что за госпиталь такой? Тут действительно что-то происходит не то. Давай поищем твоего отца. Контейнер для транспортировки лунарных минералов. Токугава лога. Что оно тут делает? Окошко. Интересно, что внутри? Виктор? Он мертв? Посмотри на кожу. Он, возможно, в состоянии овоща. Как ты можешь сказать? Виктор сказал, что тело отца его было произошло в такое же. Кто сделал такую ужасную вещь? Токугава. Виктор, должно быть, что-то узнал. Что-то, что нельзя было раскрывать. Слишком поздно, Джонатан, он уже мертв. Может быть, еще и шанс. Мы не знаем, как это открыть. Седьмой завод какой-то. Мари, Инблен, Латтер. Почему все тела из Бьёйнда отправляются на Токугава Мон Плант? Плата? Вот оно. Плата, твой отец, о котором говорил, прежде чем исчез. Было не Плута, это было Плата Кратер. А что насчет тела моего отца? Его имя тоже здесь. Его отправили сегодня. И что насчет Виктора? Я его не вижу. Полагаю, он будет в следующем полете. Так вот, куда они девают тела. Посмотрим, что у них тут. Фу. Органы? Похоже. Ужасно. Меня тошнит. Что за жидкость? Это жидкость для сохранения органов длительное время. Я читала о них много. Дэйв? Это почка Дэйва. Кто такой Дэйв? Один из парней, да, BCP. Его тело исчезло. Почему почка Дэйва здесь? Ну ёптить мать, бедный Дэйв. Сердце. А это кому принадлежит? Миро. Ишида. Это BCCH но Ишида но сердце. Плейт ни донор но дата га кисай сарете иру.
Не понял. Что это? Пыль? Нет, это Lunar Regolith, я уверен. А что органы этих людей делают тут? Ответ не очень далеко. Давай смотреть дальше. Они все подделки, все из них подделки. Очень странно. Никаких настоящих тел в самом крупном госпитале страны. Это же здесь большинство аутопсий проводится. И чем, что они пытаются прикрыть этими телами? Неужто Крис не знает? Да нет, походу Крис тут чуть ли не главный злодей. Как терминал сказал, тело моего отца было отправлено на Луну. Джонатан, слышу шум. Кто здесь? Джонатан, не стреляй, это я, Эд. Эд, ты нас напугал. Извини. Я не знал мою дорогу сюда. Нет, Мэрил меня сюда подвезла. Ей бы быть осторожней. И где Ходжа? Нет никаких тел тут. Ходжа в том числе. Их заменили куклами. Реальные, отправленные на Луну. Зачем? А что с Виктором? Виктор здесь. Мы опоздали. Он же не биоморф тоже. Похоже. Они... почка Дэйва у них в трансплантационных лежит. Он был отправлен на, типа, тоже Луну отсюда. Мы не хотим потерять Ходжи тоже. Тело — единственное наше доказательство. Эд, извини, Карен. Ничего, мы ждем. Нам нужно выдвигаться. Но Луна — это далеко. Как мы туда можем добраться? Я могу использовать кое-что в BBC. Это может привлечь внимание. Я могу сделать это. Я знаю тур, который мы можем взять. Карен, останься здесь. Что-то там. Луна — опасное место. Поговорю с CG-департаментом. Мы можем одурачить их на некоторое время. Что-то говорит мне, что тут гораздо больше, чем наркам. Ты говоришь о том, что еще договорил? А что с Виктором? Мы его оставим здесь? Или нет? Типа не можем здесь оставить.
мы можем дать ему соответствующее захоронение, типа похоронить. Извини, Виктор. Ты был хорошим человеком, доктор. Ты готов? Короче, тут все перемешалось. И органы, контрабанда органов, и наркотики, все подряд. Часть пятая, Лунар. Я думаю, может быть, тогда на сегодня закончить, раз еще продолжение есть, и завтра уже продолжить. Давайте, наверное, так и сделаем. Я завтра с этого места и продолжу. Так, тогда спасибо, кто был, потому что я-то думал 4 акта, но оказывается больше. Побегу я тогда ужинать, а то я сегодня пропустил обед. Вчера до 5 утра сидел, занимался сборкой кариков. Да, кстати.